Есть такой сайт в интернете, называется ВКонтакте. Его основное преимущество перед Фейсбуком заключается в том, что в нем есть человеческий поиск, сообщество, изучение санскрита. Это группа, в которой бывают материалы, полезные для учеников. Если опуститься чуть ниже, здесь есть окошко поиска. И можно ввести, например, фразу «Bucknell» и нажать Enter. Первый результат не то, что вы ожидаете. А вот, например, второй. Здесь ссылка на саму бумажную книгу, в которой можно купить в Индии. Мои наработки по Бакнеллу. Другое, принципиально не отличающееся издание Бакнелла 2004 и 2006, они принципиально не отличаются. То есть вот это все можно найти, если пользоваться поиском. Поиск – удивительное изобретение. Если ввести, например, шпор, ну, чтобы найти, например, шпоры, вот, посмотреть части из шпор, что я выкладывал прежде. Вы не поверите, но до вас разные ученики составляли шпоры. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но это работало для них. Чего и вам советую.